Ёлки-палки, устал. Давай. Один. Что это стреляет? Так. С тепловизором, кстати, был молодой человек. Да, челик с телевизором. 51 уровень. Так, телевизор сюда. Блин, мне бы его с расстояния убить. Но он не пикнет, наверное, на меня. Ну, скорее всего... На втором этаже. Хочу на расстоянии убить его. По квесту. Готов. По-моему, еще один готов. Ну, вроде квест там засчитался, да? Видели? Что такое, блин? Кому-то пизды выдать. Да, тут уже все, некому. Расслабься. Давай представим, ты работаешь на БСГ, наверное. Беги, 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 беги. Откуда взялся, блин? Сейчас, наверное, с таким сетапом и пойдем. Если пошел дождь, то телевизор пригодится, в принципе. Я супер нуп, и я не знаю, как искать выходы. Но изначально... Один готов. Это ботик. Только не убей его, ботик. Оставь мне. Так, второй готов. Еще один бежит. С Ахамсом, кстати, по-моему. Потерял. О, вот они, вот они.
Так. Чел, знаешь что? Я квест выполнил. Блин, или убить его? Такую погоду он сейчас ляжет в траве где-нибудь, я его не увижу просто. Нет уж, не видно его, не слышно его. Он просто топ-топ и пропали звуки, все. Потому что дождик идет. Борода, здорово. Ах ты ж, сука. На суицид, что ли, залез? СВДшка в спине, вот это плохо. Убил его? Да. Хера себе, блять. Это вот с этого говна он по мне столько раз попал. Что-то у меня сомнения это вызывает. Вот что здесь произошло. СВД? Бля, непонятно. Доволен? Жулик, блин, видели? Утащил уже оружие мое тут, трофейное. Полутал, да, его? А может и не полутал. Вроде никого. Иди собирай вон этого типа. Стопудово попал! Это что такое?
Куда он пропал, вот этот чел? Тут уходить-то некуда. А, я убил его? Да, я убил его. Понятно. А с кем он стрелялся так все это время? Челоботик был. Хан, уже вторая неделя, наверное, заканчивается, как этот баг в игре присутствует. Сколько там? Шесть? Шестеро вроде. Что-то такое вроде как. Хотя, подожди. А я двух маленьких в этом рейде убивал? Ну-ка, погоди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро должно быть. Да, семеро. Я нормально сходил сделать квестик. В итоге еще весь сервер убил. Найс. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.